Доброе утро, всем доброго дня. Давно у нас с вами не было чашечки кофе, я тут немножко занята была. Поэтому давайте посмотрим, какие события нам Вселенная приготовила. Что она нам хочет передать? Так, ну что, у нас все хорошо. Вселенная нам говорит, что и в семье у нас все хорошо. И на душе у нас замечательно, и с денежками у нас все хорошо. И настроение у вас такое, в принципе, хорошее. Ну, видимо, поэтому как бы мне сказать нечего. Вам было все замечательно. Так, ну все же, что-то касается семьи, да? Ну, в общем, вопрос семьи. Давайте посмотрим, что-то Вселенная нам хочет сказать о семье. Вроде бы как бы все хорошо. Да, то есть не в чем сомневаться, но в то же время Луна несет нам, в общем, кто-то из вас все-таки сомневается в своей семье, что-то происходит или с денежками, что-то какой-то вопрос у кого-то возник, какие-то сомнения они все-таки есть. У кого-то сомнения в своем мужчине, у кого-то сомнения, что будут деньги на какой-то проект, ну, какое-то дело, что-то вы задумали, я имею в виду слово проект, то, что вы задумали, какие-то планы, допустим, у вас есть, да, может быть, что-то на Новый год как-то собрались, там, ну, какой-то праздник собрались, вот семья, и сомневаетесь, вот, хватит ли у вас денег, будут ли деньги, да, может, кто-то премии новогодние ждет и думает, а может быть, что-то вот отпустит, не отпустит, задумали какую-то поездку, да, то есть связано, что вот как-то семьей соорганизуетесь, получится, то есть у вас какие-то сомнения, может быть, соберетесь ли с семьей, да, то есть вот что-то касаемо семьи, у вас какие-то сомнения, да, вы не знаете, как себя вести, что происходит, может быть, кто-то не знает всех подробностей, новостей, какие-то вопросы касательно семьи, то есть идут какие-то сомнения, глаза у вас закрыты на какую-то ситуацию, вы хотите пояснить. Так, а король Пентаклей нам говорит, что сомнения все эти разойдутся, денежки будут. И если у вас был какой-то вопрос касательно, то есть каких-то планов, сбудутся или нет, а в плане денег, деньги будут. И кофе нам говорит, что деньги будут. Обязательно. Мечты у вас сбудутся. То, что вы осуществили, то, что вы хотите осуществить, у вас тоже сбудется. Да, и в материальной сфере тоже все будет хорошо. Это, то есть, то, что вот вы, эти ваши сомнения, это ваша внутренняя борьба. Да, это временное как бы такое затишье, временная стагнация. Возможно, вам придется подумать, как решить эту ситуацию, но вы придумаете, вам ваши силы помогут, а вы придумаете, будет какое-то сообщение, которое приведет вас в активность, что-то вы получите, какую-то новость, либо какую-то идею, которая поможет вам. Вот и заработать денег, да, то есть и в любви, кстати, касается тоже проявите активность, чтобы вот исполнилось то, что вы задумали, да, чтобы исполнилось. То есть нужно проявить активность, и высшие силы вам в этом помогут. А пока понаблюдайте, подумайте, уберите ваши внутренние ограничения. Да, и вот оно исцеление. Наберитесь энергии, совет. То есть наберитесь энергии. Возможно, энергии набраться нужно вот в этой вот стагнации, в каком-то затишье, подумать, побыть с собой наедине. Обязательно подумайте. Может быть, поможет. То есть вот вы услышите какую-то информацию, какая-то женщина мудрая, да. Возможно, это может ваш там, не знаю, советник, психолог, там, таролог. Ну, какую-то вы информацию для себя услышите, вы ее начнете продумывать, какую-то эту идею. Покопайтесь в себе, наберетесь сил, энергии. И вот помощь высших сил идет, осуществится семья. Все, вот смотрите, прям вот туз пентаклей. Вы получите какое-то предложение, какую-то идею. Вот. И высшие силы вам помогут. Будет удача, счастье, любовь. Все, что задумали, все осуществится. Вы все сможете. Все.
каком, да, девушке, у кого-то появляется мужчина, бывший, либо это мужчина знака воды, либо, знаете, такой нерешительный. Может быть, кстати, вы в нем что-то сомневаетесь. Он то у вас появляется, то исчезает, то проявляется как-то, да? Ну, вот совет, подумайте, подумайте, оно вам надо, потому что как-то он вас разрушает. Вот тоже пришло с потоком, с картами. И начните все по-новому. Да, у вас будет шанс начать все по-новому. Уберите вот эти внутренние. Ну, вы, кстати, понимаете, у вас внутренняя борьба. Вот то ли он вам нужен, то ли не нужен. Тут вечно к вам приходит, уходит. Как-то как на расстоянии, да. То есть вроде дороги открыты, но вечно какой-то дисбаланс. Вот. И это вас и вот это, кстати, вас тоже вот он как-то разрушает. Такое ощущение, что у вас кто-то вот, знаете, приходит и ест вашу энергию. А вот какой-то, ну, опять мужчина выходит, ест вашу энергию. Не знаю, у всех мужчин это проиграется по-разному. У кого-то на работе, у кого-то это в личной жизни. Но как-то съедает вашу энергию и не дает вам выйти в ваше счастье, в вашу самодостаточность. То есть, если денег касается, то есть такое ощущение, что забирает вместе с этой энергией деньги ваши, да, и не дает вам стать самодостаточной женщиной. Вот. Да, разбивает как будто сердечко. Он разрушает вас, да, то есть забирает ваши, вот, кушает вас, как вампир какой-то. И у кого-то это на расстоянии мужчина даже вот такой вот, вот. И это делает вас, вот, внутри подрывает и вот вносит сумятицу, такие страхи, неуверенности в себе, вот. Это нужно убирать, и будет у вас выбор, будет у вас выбор из мужчин. И вы станете наконец-то императрицей, хозяйкой своей судьбы. Приходит мужчина, приходит с любовью, с настоящей. Главное, не оглядывайтесь назад, не сомневайтесь в себе, берегите свою энергию, не отдавайте свою энергию тому, кому не надо. У кого-то, кстати, мужчин даже из семьи, может быть, знаете, бывает такое, что как бы, не знаю, брат сват, а вот приходит, нервы треплет, забирает энергию. И что-то вас тоже подрывает, у кого-то в семье, там, может быть, с кем-то, с чем-то там боретесь. Бывает такое, что, знаете, по работе приходят, там жалуются, забирают энергию, и вы такая безресурсная. Вот это все убирается, это мешает вам стать удачливой такой, потому что вы магиня, да, вы маг, там, кто меня смотрит, прям сильные такие личности, вот, поэтому к вам люди так и тянутся за этой энергией. Убирайте всех этих вампиров, и это вы приведет вас к счастью, удаче, к осуществлению всех ваших проектов, идей, планов. Всем доброго дня. Пока-пока.